Громадський туалет на вулиці Казарського використовували мешканці гуртожитку, розповіли їхні сусіди. Адже в будівлі часто забивалася каналізація. Про те, що вбиральню демонтують, вони начебто не знали. Нікого не зібрали, нікого нічому не говорили. Все, я вон просила, моя дверь вон зовсім розбита, посмотрите. Я його просила, Римара, нашого депутата, сделай мне дверь, у него денег нет. А сегодня столько техники нагнать и разобрать этот туалет. А что же он разобрал? А там люди без туалета в том двухэтажном здании. И теперь куда они будут это все выливать, если у них там не работает это вот канализация? Я очень сильно возмущен тем, что, во-первых, не предупредили жильцов. Не было нигде ни извещения о том, что будет проводиться демонтаж старого туалета. Да, пусть он был старый, но можно было его привести в какие-то чувства, потому что, во-первых, район у нас не очень благоустроенный, то есть большое население пьющих людей, наркоманов и все. Пусть они там свои эти дела делали в этом туалете. Детская площадка есть. Можно было бы просто этот туалет побелить, поставить двери, чтобы люди ходили туда. Когда я в своей избирательной кампании, я обещал нашим гражданам, что я приведу в порядок микрорайон. И на этом месте я решил благоустроить территорию и создать парк, в котором будет детская площадка, спортивный майданчик. То есть место, в котором люди могут провести свое время, свой досуг. Мешканці сусідніх будинків побоюються, що без туалету на них очікує екологічна катастрофа. К нам за дом. Извините, конечно, я окна открываю среди белого дня, да, лето, жарко. Лето, жара, оно все мне неприятные запахи, да. То зачем оно мне надо? Я против этого того, чтобы валяли туалет, потому что у людей здесь туалетов нет, это все будет обосрано. Все будет обосрано. Вот там на месте люди начнут срать, там, где они поваляли туалет, где они площадку будут строить. Дело в том, что у людей там туалетов в этом корпусе нету. Один туалет на весь этаж, а там их 300 человек на этаже живет. Какое он имел право вообще повалять туалеты эти? Туалет повалять. Какое он имел право? А там постоянно канализация забита. Какое он имел право это сделать? Ну и была инициирована, создана рабочая группа. Дал я поручение Гайдаржи, заместителю мэра, разобраться в ситуации. Был оповещен водоканал, заместитель мэра и директор КП «Гуртожиток». Все выехали на место, убедились, что все туалеты вокруг функционируют. В общежитии на трех этажах существует по одному туалету. Во всех прилеглых территориях есть санузлы. То есть туалет этот не отвечает ни нормам, ни стандартам, ни морально-этическим соображениям. И было принято решение его демонтировать. Также я инициировал собрание подписей. То есть люди ходили, мы ходили, сделали опрос. И 70% жителей были за то, чтобы сделать там спортивный майданчик. Хотели бы вы благоустроить зеленую зону, которая находится внутри дыра по адресу Казарского 1, у наши эти дома. А вместо получить городской власти демонтировать, дезинфицировать помещение, предназначенное для уличного туалета, с целью дальнейшего облагораживания данной территории в парк, скамейками и детской площадкой. Вот все наши эти дома, даже общежитие. Ну, человек 15, вы поняли, которые вызывают полицию и милицию. Не, а то все, даже общежитие, в котором одна вообще стояк канализации. И те сказали, сколько ж можно. Неправда, что он сам это делает, всех жильцов спрашивалось. И неоднократно. Ну вот за все, чтобы его снести. Человек 14 против, а то все за. Ганна Званицька, Руслан Чернялис, МСН.